Вот у себя сарай сделали, пошли к Никите, а Никита пасет. А тут Надина, жены моей, своя еще родная сестра, пришла, тут ватрушки нам принесла, что-то еще, а мы ее сразу... А, вот, ну-ка давай-ка пили, вот она и пила. Она сама попросилась, я говорю, научите меня пилить, а сама пилит, как мужик. Ну да, так и Игнатьев немножко. Ну как, с нами жить можно? Можно, научилась пилить. Ты вчера говорила, голова кружится, я тебя на голубятню затащил все-таки? Голова не кружилась. Не кружилась, понравилось? Да, теперь буду знать, что такое голубятня. Ты видела, как голубка парит, как они там воркуют, как их... высиживает. Вот, Володя, смотри, как медведь ворочает какими бревнами. Да, так они легкие. Крепыш. Видишь, спина какая вся у него. Вот они под полом, когда промазывали. Ой-ой-ой, сколько трудов было. Антисептировали, можно сказать. Видите, как пилить правильно надо. О, пила. Как тесто влазит. А почему? Брат Павел постарался. Сгноил все. А то бы... Вчера я сразу на голубятник себе. Ну, еще не заснял показать. Поделилась, как много пшеницы. Смотрю, ты кричит мужу. Володя, тетка Леша, там иди скорее смотри. Так это, я тебе рассказал рассказ. Раз, два там как это. Ты говоришь, у тебя что, сын тоже капризничал? Ну, маленький был, капризничал. Ну, что, капризничает. А кто? Маленький Сереженька. А, Сережа, ну и как ты его лечила? Ну, что, его... Наказали. Наказала. Наказала. И он перестал как... Рукой снял, а не стал больше капризничать. Это у меня такой... Иосиф был маленький, а Змика, когда стали строить Потеряевку, ему было 5 лет. Я пришел, а моя мама жалуется и говорит, совсем не слушается. Залез на печку на русскую и сидит. Мне надо что-то сделать, никакую, говорит, не слушается. Отец таким, я не знаю, 9 или 10 ремней купил, подпоясывается, ремни. Я говорю, а эти еще ремни? Да он не слушается никак. Не знаю. Ну-ка, скажи ему. Она, Ося, иди сюда. Он даже ухом не ведет. 5 лет. А он ей внук. Ося-то это сын Валентина, моей сестры. Так, я один ремень беру в руки. Так, Ося, ну-ка, слазь с печки. Он сидит. Я его оттуда ремнем его несколько раз. Так, а ну-ка, бегом на печь. Он как шмаганул на печку сидит. Так, баба, ну скажи ему, чтобы он шел. Да зачем это надо? Я говорю, попроси его прийти. Ося, иди сюда. Он мигом к бабе сел. Обними бабу. Обнял. Баба, скажи ему лезть под стол. Он залез под стол. Вернись на печь, на печь. Все, я ремень повесил, он у вас и не нужен, говорю, совсем. Вылечил. А сейчас строится ему сколько уже? 30 лет. Ты помнишь это? Смеется. На крыше сидит. А, ну, на крыше это... сидит? Нет, он сидел на крыше. Это... Крышу уже прикрепили, крышу. А, ну, эти. Как? Сегодня на крыше? Листы прикрутил. Вчера. Видишь, как вот твой этого Никиты сосед Алеша. У него не получается пока тут. Обманули. Взяли деньги за готовый сруб. Поверил им. А деньги-то схапали. Это же... Вон они, глянь, мыша подхватили, курицы. Вон они, глянь, какого мыша тащит. Ничего себе. Пошла. Сейчас будут бегать. О, мышей ловят, курицы. Целое стадо будет бегать. Вон она пошла, гляди. Сейчас за ней. Интересно, как и петушок бежит. Кошек держать не надо, куры едят, мышей. Вон она, Леша, вон где. Сними его. Ну вот пока там строится. Все, стены, ну еще уже 2 года бы построился, но... Пока вот так. Хотелось бревен, чтобы их красиво было. Вот такое дело. Вон она, вон она. Вон она где. Ну-ка перехвати его сюда, вот сюда выйди. Не, она туда уже побежала. Пока не отберут еще. И не отберут, ага. Вот червяков так вот, да? Ты рукавишь куда? Нет. Я в рукавище, она рукавишь. Ну ты долго же, я-то немножко. Нет.
Давай. Держи. Сейчас я его. Подожди. О, давай. Тут два реза. Сейчас здесь вот доска это неудобная. Вот сегодня сколько напилили, посмотри. Вот, куча. Какая куча? Сколько много. Да. Ну что, брат Владимир, доставай еще. А, бревна? А? Бревна? Ну да. Это на обед вы еще не пойдете? Ну, в дом обычно. А, в дом, ой, тут петух, красота, хотелось показать. Адлеровская порода называется. Вот я сейчас отсюда подойду. И главное, столько куриц у него, и все слушаются. Ну. О, какой. У него брюки, как у Ельцина. Красавец. Какое жабо у него, которое перышки пестрые идут. Это по черемахе он. Ну что? Ох, и борода у него хороша. Не подправленная ничего. И гребень у него. Смотри какой. О, адлеровская порода. А хвост-то какой. Но. Видите, как вот возле, тут сено покрыто. Тут же работает он по дому, Алёша. А там он дом, это его брата Иосифа, про которого я говорил. Он строит. Это рядом подстанция. До этого была своя. Тут государство установило. Павел привез с Фрунзе. Это мой брат трудяга из трудяг. Это, видишь, загорожено для скотины. Всего. О, сидит. А это Никита. Здесь заросшая зайти нельзя было. Никита и все тут помогли. Ограда повалившуюся восстановили. Ну, ограда метра два высотой. Это у него здесь пасека. Будет, это у Павла была здесь пасека. Очень удобно, закрыто. Черемуха от ветра. Ну, замечательно. Это у него колодки стояли вот на этих. Видишь, как сделана арматура. Железная, опрокинутые бочки. Вот он думает здесь заняться пчелами. Ульи вот уже... У Павла приспособление у него на крышу поднимать. Там у него на втором этаже пчелы зимуют, там шаника. О, пришел сюда. Пришел сюда. Да хороший какой, да красавец какой. Копаем здесь что, червей. А курочка, она поменьше. Это другой, видно, порода. Находили, два раза нашли яйца под этими. Где-то под кустами. Все загорожено здесь. Рано выставлял Павел пчел вот перед окнами. Все это для пчел.
Все пропало, все бросил. Бутылочка все сгубила. Видишь, как он все сделал, сварил. Кронштейны. Вот здесь я его Павлов дом. Каждую дощечку я прибивал. Каждый кирпичик ложил. Но сам он делал бетонные работы и сварочные. А это второй этаж у него такой. Там у меня голубятина есть. Ну что, наверное, хватит, Володя, уже на сегодня? Да хватит, наверное. Хватит. Мы сейчас пойдем обедать. Ну, давай, забирай все. Пошли. И сколько время-то? Ну-ка, давай. 15 минут, наверное. Я смотрела, сколько было. 11. 16. 16? 16. Час 15. Нет. О, нет, Володя, рано еще. Будем конечно, пилить. Рано. Ну ладно, благодарим. Отдыхай. Спаси Христос. Мы дальше слава попилим. Боже, вот без 15:02 будет, пойдем на обед. Так поздно, без 15:02. Вот здесь была силосная яма огромная. Завалили мы ее. Утолокли. Ой, все пили. Забор загородили. Что, это отпилим или что? Давай. Отпилим вот? Да, запилим одну. Ну,